Очередной сбор вторсырья. Уже больше 10 лет организация «Мусора больше нет» объединяет барнаульцев, чтобы спасти экологию Алтая. В новом микрорайоне за 40 минут собралось 38 человек. На этот раз в два раза меньше, но даже в таком количестве, как говорит волонтер, газель заполнили плотничком. Скажите немного, но в 2020-м за год собрали 25 тонн вторсырья, а в 2021-м уже в два раза больше. За все время акции такие объемы в сумме превышают по площади размеры футбольного поля. Если вот это мы видим, ну это вот маленькая капля того, что уедет в переработку, а сколько увозят на свалку, все прекрасно видят, знают, как свалки выглядят. Ну, это же все свалка, это значит, это не переработка, это просто все уходит в землю, и все. Сжигание, это все в воздух. Светлана уже 3 года занимается сортировкой. Рассказывает, что когда начала разделять мусор от вторсырья, жизнь изменилась. Мы решили узнать у барнаульцев, а что это такое быть за экологию? Положительно изменилась жизнь. Давайте примеры. Буквально. Ну, какие привычки появились? Никаких привычек у меня не появилось. Как видите, ну что такое 2 пакетика? Это за месяц? Ну да, за месяц. А пластик, металл? А пластик у нас рядом есть контейнер. Вы же отказываетесь от пластика, от бутылок, например? И в магазинах стараюсь не покупать пакеты. А почему вообще от пластика не отказываетесь? Ну, как вам сказать, квас вот только продают в этих бутылках. Больше мы ничего не покупаем. Сколько удалось собрать в эту субботу, переработчики еще взвесят и подсчитают. Но в прошлом месяце также было 20 точек. И тогда в акции приняло участие почти 2000 человек. На переработку они принесли свыше 5000 килограммов вторсырья. Это 2 тонны стекла, 1 тонна пластика, 1,5 тонны одежды и 100 килограммов лекарств. В чем же заключается переработка? В том, что вот эта вот зубная щетка превратится в шариковую ручку, а огромный пакет пластиковых бутылок – это ведра и тазы по итогу. Поэтому сдаем и спасаем планету вместе. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком.